И в завершении выпуска о спорте. Мини-футбольный клуб «Факел» поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата России среди команд высшей лиги. В минувшем туре «Газпромовцы» принимали на своей площадке ЛКС из Липецкой области. Соперник, к слову, до стартового свистка возглавлял турнирную таблицу. В статусе фаворита гости укрепились, забив в ворота «Факела» единственный мяч в первом тайме. На то, чтобы отыграться, сургутянам потребовалось более получаса. Тимур Сафин сравнял счет, а затем голы посыпались один за другим. Тот же Сафин и его партнер Данил Сальников оформили дубли. Еще один мяч на счету Александра Райхеля. Итог матча 5-2 в пользу газовиков. Теперь в чемпионате наступает двухнедельная пауза. А 29 октября «Факел» на выезде сыграет с клубом «Футбол-хоккей» из Нижнего Новгорода. Этот коллектив занимает пока последнее, 10-е место в таблице высшей лиги.